Вы смотрите видео об отеле Дон Карлос де Пенискала. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Дон Карлос де Пенискала расположен в стране Испания в регионе Валенсия и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 220 километров от аэропорта Барселона, 125 километров от аэропорта Реус, Пенискала. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, один конференц-зал до 50 персон, один открытый бассейн, спа-центр, прачечная платна, лифты, депозит в день заезда, Wi-Fi в лобби бесплатно, парковка платна, в номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, русскоязычные каналы, центральное кондиционирование только в летний период, мини-бар платно, сейф платно, душ или ванна, фен, телефон, балкон, подключение к интернету платно, детская кровать платно, номерной фонд отеля состоит из 81 стандарт румс, 33 квадратных метра, максимум 3 человек. Внимание, при размещении третьего взрослого или ребенка предоставляется дополнительная кровать шириной 80 см. За дополнительную плату имеется массаж, сауна, турецкая баня, джакузи, фитнес-центр, солярий. Для детей есть детское кресло в ресторане. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.